المشكله في يعني كثير يعني ملاحظ كلنا الا من رحم الله. يعني الان حب الاستطلاع يقول عندنا يعني باختصار قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعني. ما لا يعنيك اتركه. Большая проблема, которую можно замечать у многих людей, кроме тех, кого помиловал Аллах Субхану Таля, это то, что он чрезмерно все хочет узнать, везде хочет все узнать. Достаточно слов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, из хорошего проявления ислама человеком, это чтобы он оставлял то, что его не касается. То есть то, что не касается, оставит. هذا الأخ كتب في يوتيوب مثلا فتوى الشيخ بن عثيمين في تناول الدواء والذهاب إلى الطبيب. Допустим, человек написал в YouTube вопрос, фатва шейх Масимин, касающийся принятия лекарств и тому, чтобы идти, того, чтобы идти к врачу. Что ему выйдет? Бен Узаймин? Ибн Узаймин выйдет разве? Да. Нет, конечно. Макта واحد бен Узаймин, у миллион макта للشياطين. والله. Отдел может быть одно видео шейха Масимина и миллион видео всяких шайтанов. وبعدين ايش يصنع? Что ему, что ما يفتح بن عثيمين يفتح هؤلاء. И проблема, что человек не открывает ابن عثيمين, а вот этих вообще. يخرج له واحد يقول هذا ذهب إلى العمرة ودعا على فلان. مثلا هكذا عنوان يجذبك. Да, и как допустим есть заголовки, которые тебя привлекают, как допустим такой-то поехал в умру, сделал дуа против такого-то. والمرأة التي استجاب لها الله سبحانه وتعالى وما تدري من هو ممكن هذا الشيطان هو اللي وضع المقطع. Или допустим видео называется женщина, которая ответила Всевышний Аллах. Ты не знаешь, что вообще за человек на этом видео, может быть шайтан какой-то. وإذا أردت أن تعرف أن الله يحبك اسمع هذا المقطع. И написано, если ты хочешь знать, любит тебя Аллах, то послушай этот ролик. فهذا كان في طريق ودخل طريق ثاني. Это был на одном пути, но пошел по-другому. وضاعت الأوقات وضاعت الأعمار. Таким образом время проходит и годы проходят вся жизнь. وهذه مشكلة. И это большая проблема. وهذا يكون في أمان الله في بيته. Это в безопасности на поезде у себя дома. جالس مطمئن مرتاح الحمد لله. Сидит, то есть спокойствие, умиротворение, допустим. يأخذ الهاتف. Берет телефон. ويفتح. Открывает. حالات واتساب. Статус в WhatsApp. وتبدأ المشاكل. И начинаются проблемы. ينظر إلى هذا. Открывает, смотрит этого статус. في مثلا في السياحة. في باخرة أو كذا. Этот находится на отдыхе, допустим. وهذا ما شاء الله مع الطعام. Это с едой, допустим. وهذا مع اللباس الجديد. Это с новой одеждой. وهذا يعني حصل كذا. زواج مثلا. Этот женился, допустим. فهذا يحزن. Это начинает сидеть грустить. إذا لا تنظر إلى هذه الأشياء كلها. Не смотри просто на это все. لا تدخل. Не заходи. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول لنا؟ Все, что Аллах سبحانه وتعالى нам говорит. فإذا فرغت يعني حصلت فراغ، إيش تصنع؟ То есть Аллах سبحانه وتعالى говорит, когда ты освободился, то есть нашлось свободное время, что тебе делать? ها? Что говорит Аллах? افتح لا فانصب يعني تنصب تدخل في العباد. Нет, смотри телефон. Нет, Аллах говорит, что устремись к совершению других поклонений. مجرد ما يستيقظ الصباح يفكر في ايش؟ وهو في صلاة الفجر. Как только просыпается утром, о чем он думает? Он находится в молитве фаджр в это время. في الافطار. Думает, что бы позавтракать. اصلا مجرد يسلم يخرج الهاتف ينظر فيه قبل التسبيح. Как только говорит салям, дает молитву, сразу достает телефон и смотрит в него, прежде чем давать этот. يتناول افطار. Думает, что покушать, покушает. يفكر بعد الافطار في ايش؟ Когда кушает завтрак, думает, чтобы. في الشاي في القهوة. Что мне попить? Чай, кофе. بعد الشاي قهوة. После этого говорит. يفكر في الحلو مثلا. Думает, какие бы сладкие. بقلاوة ولا كذا. Баклаву может покушать или что. نعم. انتهى. يفكر في شيء ثاني. إلى الغداء. Таким образом до обеда. إلى العشاء. Ида. Он يفكر في هذا. يخرج من طعام يدخل في طعام. Все время думает об этом. Заходит с одной еды, выходит с другой еды. طيب, في رمضان ايش تصنع? То есть хорошо, в Рамадан что ты делаешь в Рамадан? ماذا تصنع? وماذا كان يصنع السلف? السلف يبقى في المسجد يحافظ على الصيام ببقائهم في المساجد. Салифы что делали во время Рамадана, предшественники? Они оставались в мечети, оберегали свой пост посредством того, что оставались в мечети. طب انت حافظ اليوم على نفسك. Поэтому ты тоже обереги свой день для себя. ترى الشياطين حولك كثير.
потому что вокруг тебя очень много шайтанов. كثير شياطين حولك. Очень их много. فأنت المسجد أفضل مكان لك. Поэтому мечеть самое лучшее место для тебя. وبدون هاتف لا تدخل بالهاتف. Только не бери с собой телефон. أغلق لأن الشيطان تدخل معك مشكل. Потому что шайтан ходит с тобой. لأن إذا أذن المؤذن الشيطان يفر لكن هذا الشياطين ما تفر. Ведь когда азан дает муэдзин, шайтан убегает, но этот шайтан остается, говорит. نعم. فهذه الأشياء اللي اليوم يعني تضيع الأعمار والأوقات وقال والله ما استطعت ما عندي وقت أقرأ القرآن. И поэтому эти вот эти вещи они убивают твое время, убивают твою жизнь, потом ты говоришь, у меня не находится времени, чтобы прочитать Коран. وهذا الجهاز اليوم بعض الأجهزة تحسب له كم ساعة هو يطالع. И некоторые телефоны они сегодня показывают, сколько ты часов сидишь там. ممكن تفتح بطارية وتشوف البطارية أنت كم ساعة سحبت للواتساب وكذا هو يبين لك أيضا. Там есть نعم طبعا. Настройках сидишь смотришь то есть сколько ты часов потратил на WhatsApp сколько там еще на что-то все показывает. Аллах настаивает. Просим Аллаха помощи. Нам. Да. Гайру.